А ты специально вела свою ляжку к моему лицу. Мне кажется, в цирке клоуна. Хочешь мою жопу пощупать? Нет. Ну напоследок-то. Ну давай. Я чувствую, чувствую. А теперь я твою. Но. Я даже не поняла, что это. Он показался очень странным. Его было слишком много. Свидание с Настей мне показалось очень сентиментальным, очень осенним, таким отвисшим немножко. Потому что она пробудила во мне какое-то мужское начало дикарское. Ну, теперь пошла я на десертик, на сладенькое. Все, на пасаран. Завязываем с тобой. Этой рукой держи вот эту вот. Так. Так, эту руку давай, вторую. Слушай, я уже знаю, как делать хот-дог. Нет, не говори это. Это не хот-дог. Это волшебные космические булочки с пенисами. Держи, давай руку эту. Я не хочу. Такая развратница. У меня и в мыслях бы такого не возникло. Да, конечно, кто тебя знает. Ой, Ксения такая это самая. Такая нахалка. Редкого пошива, между прочим, она нахалка. Тихо, тихо. Смотри. Так. Ну, так что... Что ты сейчас делаешь, я не понимаю. Пытаюсь приправить свой. Ну тихо. Ты мне на руки приправил. Можно я твои ручки оближу? Нет. Ну давай. Ни в коем случае. Не мыла руки, что ли? Да, не грязные. Только что копала картошку. У, отвратная мама. Торговка, арбузница. Он очень пошло себя вел. Он меня пытался кормить хот-догом. Облил меня всю, облил себя, облил пол. То есть там мы просто катались в этом майонезе кетчупе. Можно для начала я тебя немножко вот потрогаю, пощупаю, посмотрю какой ты? Нет, не надо. А что? Я стеснительно. Что ты стесняешься? Я только так, после свадьбы. Так я поняла, что у тебя волосы. Ты блондин, наверное. Высокий, голубоглазый блондин. Да, да, да. Да, да, это да, ты? Да, да, да. Так, руки, руки. Руки. Понятно. Грудь женская? Женская, женская. Ого. Лицо. Женщина маньяческого наклона. Да подожди ты, иди сюда. Прям накидывалась. Я думаю, что если бы я не держала оборону, она бы накинулась на меня. Она бы оторвала мне голову и изнасиловала бы в шею. Ты самый счастливый. Потому что ты со мной. Потом, что еще? Где твои ноги? Угу. А что тут? Что у нас за обувь? Дальше говори, дальше себе, подожди. А ты вообще высокий? Ну, а ты? Я, ну, конечно, 2,12 рост у меня. Пошла! Не пугайся, не пугайся. Я что-то мы нашли друг друга, да? Ну, что, ты просто женщина-богиня. Конечно, твои мечты. Илья самый крутой, самый креативный. То есть меня очень порадовал. Именно вот своим позитивом. Потрогал там прекрасный волос. Можно я поцелую тебя на прощание? Ну, попробуй. Вот, твой горчичный ротик. Нет, у меня ротик не горчичный, да. Это у меня щечка. Нет, не хочу щечку. Нет, у меня щечка. Щечка для цел. Нет, мой рот закрыт. Вообще клёвый чувак, я скажу. Просто самый крутой вообще. Я бы с ним продолжала общаться с радостью. Смотрите далее в нашей программе. Ты что, голый? Губы. А я хочу животик. Он вел себя довольно раскрепощенно. Пощипали, поцеловали. Я боюсь прикосновения женщин в темноте. Я пойду, я думаю, что... А уже что думать, все три девушки выберут меня. Это однозначно, вы будете сидеть друг с другом. Мы тебе тогда ничего не желаем. Да, вали, вали, вали. Сколько? Можно тебя пойму за макушку пощупаю? Ну давай, давай. Ой, что-то такое у тебя, вот это вот. Это мех. Да, это... Давай сядем, слушай. Да подожди, я тебя не пощупала. Не щупай, не щупай. Я боюсь прикосновения женщин в темноте. Давай садиться, пока ты не нащупала то, что... Да, следующий конкурс, да. Ольга мне показалась очень контактной, коммуникабельной девочкой, как бы, ну, она такая уже, видно, что опытная в делах мужских сердец дама. Такая, я бы сказал, уже даже гранд-дама в молодом теле. Ты можешь мне назвать, допустим, вот три каких-то части мужского тела, которые тебе больше всего нравятся?
А да, могу назвать. Давай. Но будь осторожной, я предупреждаю. Задание с продолжением. Давай животик. Нет, не надо животик. А я хочу животик. Нет, не надо. Первое задание было такое, что я должна была назвать три любимые мужские части и три нелюбимые тела. Вот, ну, в принципе, назвала, пощипали, поцеловали. Бери. Все, я в экстазе. Да, детка, сделай это еще раз. Губы, ты говорила губы. Я не говорила ты губы. Ты говорила губы. Надо. Говорила, целуй. Окей, ладно, где? Тихо. Где губы? Я направлю поток. Давай, подожди. Поток. Нехило. Ну, она так приятно целовала мне руку. Вот, это было очень галантно с ее стороны. Мне все равно было очень мило, что я ее не вижу. Потому что я думаю, а, она такая дурочка, но она безумно красивая женщина. Я буду дочкой, а ты будешь папой. Ну точно развратная девка, я сразу подумал. Не надо. Вот. Так что, папочка, я тебе сейчас буду задавать очень сложный вопрос, на который ты должен ответить. Объясни мне, почему от нас ушла наша мать. Доча, доча, как бы тебе объяснить, моя хорошая? Твоя мать была алкоголичкой. Я хочу беречь тебя от этой беды, моя дорогая доченька. Папа, я не пью. Я не пью. Я еще не пью. Дыхни. Не надо. А ты куришь? Нет, я не пью и не курю. Ну смотри, зараза, если я тебя с сигаретой на школьном дворе застану, я тебя убью! Ну, мне показалось, что это какая-то игра с подвохом. То есть я ждал, что она там вытащит нож, воткнет мне в спину или что-нибудь такое. Давай, цени меня еще раз щечку. Знак, того, щечка. Что мы с тобой это самое обвинчим должны быть. Да, кстати, давай. Да. Ну вот, все. Ты мне почти сделал предложение, можно так считать. Давай. Щека где? Спасибо большое. Я с удовольствием выбрал Ольгу, потому что она такая баба-зажигалка. То есть, мне кажется, ей никогда не будет скучно. Она всегда будет подстраиваться под твою волну и с тобой, значит, там кутить, веселиться. Он хороший, он милый, он супер, но просто он неформал, и меня в этот момент он немножко смущает. Задание позади, и пришло время сделать ваш особенный такой выбор. Берите маркеры. И пишите имя своей избранницы. Напоминаю имена девушек. Настя, Оля и Ксения. А я вернусь с результатами через несколько минут. Ждем. Ксюша, кого выбрала ты и почему? Я выбрала Илью. Объясню почему. Илья выбрала потому, что он мне понравился именно как персонаж. Креативный вообще человек. Ксюша выбрала Илью. А Илья выбрал? Илья. Кого выбрал? Я выбрал Настю. Настю. Ну, в принципе, не расстраиваюсь. Потому что в жизни у меня, в принципе, хватает внимания и поклонников. Три прилагательных о Насте. Эзотерическое, эротическое. И геометрическое. Эксбициозное. Илья, итак, ты выбрал Настю. Угу. А Настя выбрала... Я выбрала Алексея, потому что он оказался самым умеренным и самым высоким. Мне искренне жаль, что я выбрал стерву и уродку, которая выбрала других мужиков. Видимо, ей не нужны были серьезные отношения. Она просто хотела забаву на одну ночь. Чисто из-за группы поддержки хотел оказать инвалидам какую-то, понимаете, там, что «Ты не одинока, Настя, ты не забыта, я тебя выбрал!» Она будет рваться назад в Москву оттуда искать «Гоген, где ты, Гоген?» Я должна была выбрать тебя, но чтобы обо мне подумали по моей подружке, если бы я выбрал тебя. Но это стандартная отговорка. Пошла ты Я и не очень-то было надо. Настя выбрала Алексея. Алексей выбрал Ольгу. Ольгу почему? Потому что было легко общаться с ней. Я слегка расстроена, но это не последний шанс в жизни встретить свою половинку. Алексей, ты выбрал Ольгу? Да. А Ольга выбрала... Андрея, потому что наше свидание, оно просто было удивительным.
Абсолютно. Илюш, ну что, я тебе тогда желаю, чтобы ты нашел ту девушку, которая стоила всех твоих волос. Поедешь со мной сегодня? Сегодня у нас совпала одна...